Губернатор края наградил приморцев, пресекших провокацию в торгово-развлекательном центре «Седанка-Сити». Знак отличия «Приморье» за заслуги получили сотрудники полиции, Росгвардии и торгового центра. Вручая награды, Олег Кожемяка отметил, что край вместе со всей Россией переживает страшную трагедию, случившуюся в Подмосковье. Приморье вместе со всеми скорбит, и люди обращаются за возможностью передать гуманитарную помощь. Возлагают цветы к организованному мемориалу. И, безусловно, беда стала общей и по-настоящему сплотила всех. Вот. Однако, к сожалению, находятся такие люди, которые своими бездумными, бесчеловечными и противозаконными хулиганскими поступками пытаются внести хаос. Напомним, в прошедшую субботу люди заметили возле здания «Седанка-Сити» людей с оружием и сообщили о них администрации торгового центра и полиции. Работники центра грамотно организовали эвакуацию посетителей, не дав возможности для паники. В это же время на место прибыли сотрудники ГИБДД и Росгвардии, которые задержали двух мужчин. Сейчас возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, с какой целью злоумышленники прибыли на парковку с оружием, пусть и не с боевым. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.